Вот это вот наша комната. Здесь она вот занималась уроками, общалась с подружками по скайпу, с учителями. Настя росла здоровым ребенком, увлекалась рисованием. Родители записали девочку в художественную школу, которую та хорошо окончила. Осенью прошлого года Настя тяжело заболела. Врачи как бы сказали, что у нее, возможно, там пневмония, да, лечили вот как бы вот. Вот. Но потом как-то лекарства не помогали нам, то, что там антибиотики мы делали, и как бы Настя все становилось хуже-хуже все. Сказали, надо срочно госпитализировать Настю. Врачи поставили диагноз – неходжкинская Т-клеточная лимфобластная лимфома. 9 месяцев изнурительного лечения не дали положительного результата. Случился ранний рецидив. Нам как бы врач сказал, да, заведующая наша, что как бы есть какие-то послерецидивные, ну, химиотерапии, вот, ее надо пробовать, потому что если есть какой-то шанс, надо его всегда, за него надо браться и не отпускать его. Вот. Вот. На данный момент сейчас вот эту нам делают, вот эту химиотерапию интенсивную, очень сильную. И после этой химиотерапии нам надо будет пересадка костного мозга. Сегодня Насте требуется дорогостоящее лечение за границей. Необходимой суммы у родителей девочки нет. Родные и близкие как могут стараются ей помочь. Мы создали группу ВКонтакте, где указана полная информация о ее состоянии здоровья, представлены выписки из истории болезни. Также здесь можно найти, куда перечислить денежные средства на лечение Насти. Не остались в стороне и друзья. Они расклеивают листовки с информацией о Насте, проводят акции по сбору денежных средств для лечения девочки, поддерживают семью и близких. Я знаю Настю с 6 класса. Она очень хороший человек. Она отзывчивая, позитивная, веселая и талантливая. Мы ее очень любим и ждем. И просим откликнуться всех, кто сможет помочь хоть как-то, чтобы спасти Настю. Настя, она такая, что она всегда всем помогает, она поддерживает, и кажется, что ее знают в городе все. Ты идешь с ней рядом, и все: Настя, 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 привет. Я не знаю, что еще говорить. Для дальнейшего лечения Насти, пересадки ей костного мозга, необходима сумма в 20 миллионов рублей, которая должна быть собрана до конца декабря текущего года. Без нашей помощи шанса на выздоровление Насти практически не остается. Thank you.